привет. Добрый день, всем привет. Сегодня чудесная весенняя погода, просто роскошная. Хороший день, и мы идем снимать, насколько красивая наша Русановка весной. В такое чудесное время, конец апреля, все цветет. Красивые клумбы с мускари. Главное украшение сейчас продолжают цвести фруктовые деревья. Отцвели абрикосы, но море цветущих вишен. Белый ковер устилает, лепестки начинают падать и бесподобный запах. Вот эта вишенка молоденькая у нас возле дома. Мама! И вот такие роскошные кусты белоснежные. И эти цветочки вишнями станут. И море клумб возле каждого дома. Нарциссы, тюльпаны, первоцветы. Наши люди, русановцы, очень любят высаживать клумбы возле домов. Мама, возле садиков, возле школ очень много цветов. А это вишенка. Белоснежные такие гроздья на фоне молодой зелени. Очень красиво. А природа в это время создала свои роскошные клумбы. Желтый одуванчик на фоне зелени первой. Такие красивые коврики, бесподобные, яркие, сочные. Ну и вся Русановка усажена кустами сирени. Она начинает цвести, еще только-только начало. Но поскольку все остальные цветущие деревья еще не закончили цветение, то в этом году у нас просто будет море цветов. Да, все кустики начинают цвести. О, вот сколько. Вот какие красавцы. Вот в тени деревья только начинают цвести. А это тоже вишня? Скорее, наверное, яблоня. Яблоня? Да. Но в белое, белоснежное дерево такое, красивые ветки. А мы вот дошли до красного дома нашего. И на перекрестке бульвара Шамо и бульвара Русановского есть красивая клумба. Вот такая разноцветная зелень. Это всех оттенков. И, конечно, тюльпаны. О, а это что? А красота, смотри, какая. Мама, а что это сзади? Видишь, какие разные сорта и красивые. Очень. А это елочка? Ну да, тут очень красиво смотрятся разного цвета тюльпаны. И оттеняются они кустами. Мама, я нашел белую. Ярко-зелеными. Туя, наверное. Какие-то вечно зеленые кустарники. А я ромашку беру. Да. Вон тоже тюльпаны, а красивые. Это что? Я не знаю, что вот это за зелень такая интересная. Но мы идем к Красному дому. А там несколько цветущих деревьев райских яблок. Они очень красивого розового цвета. Ну и вся наша Русановка. Очень зеленый массив, море деревьев. Район весь утопает в зелени. Это наш бульвар Игоря Шамо. Ага. А вот так в другую сторону. Мы стоим как раз по центру. А сколько тут? О, мама, райские яблочки. Да, вот мы дошли до деревьев райских яблонь. Они такие все в цвету. Вот такая вот красота. Еще больше куча. Ну да, деревья очень эти обильно, прямо усыпаны цветами. Очень красиво. Ну и не только мы увлеклись этой красотой. Очень много жителей фотографируют такие красивые кусты. Начинает вот цвести еще
куст, который называется невеста.